Прощать, как прощает Бог, означает, будучи обиженным, сделать первый шаг. Прощать, как прощает Бог, означает, во-вторых, понести последствия чужих грехов. Это кажется невероятно сложным, но все-таки необходимо будет понести последствия чужих грехов. Прощение не означает, что не будет никаких проблем, сложностей, ран. Вот, к примеру, давайте рассмотрим такую иллюстрацию. Вот представьте, вы переходите дорогу, и вас сбивает пьяный водитель. Вы переходили дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Он вас сбивает и уезжает. Вы больше его никогда не увидите. Как вам простить поступок этого человека, который причинил вам столько боли? Возможно, у вас переломаны ноги. Возможно, последствия останутся на всю жизнь. Или представьте, что вы спортсмен, скажем, футболист, и вся ваша карьера потерпела крах. Спустя несколько лет у вас разовьется артрит из-за этого, и вам затем вновь потребуется операция, чтобы устранить какие-то последствия этого инцидента. Сколько страданий в жизни от того, что кто-то сбил вас, проезжая на машине, и вы даже никогда не увидите этого человека. Как легко ожесточиться в сердце на этого человека из-за того, что возникли такие последствия. Но зачем? Зачем ожесточать свое сердце? Да, ноги сломаны. В этом нет ничего приятного. Да, это болезненно. Да, это трудно. Да, есть последствия. Но вы принимаете решение, что позволите Богу разобраться с этим человеком. И вы принимаете их грех против вас, и будете стараться жить как можно лучше с той травмой, которую вы получили, которая поменяла вашу жизнь. И либо вам пришлось расстаться с карьерой, если вы спортсмен, или в любом случае испытать много боли и страданий. И есть еще более страшные примеры. Скажем, из-за кого-то погибает ваш ребенок или ваши родители. Это очень трудно. Но если вы ожесточите свое сердце, жизнь станет еще хуже для вас. И вы соглашаетесь, что да, есть последствия. Кто-то оклеветал вас, и вас не повысили по работе. Кто-то обманул вас, может быть, даже предал вас, может, изменил вам. Что бы это ни было, прощение — это благодать в действии. Это оплата за чей-то долг, отмена долга, когда вам были должны. Оплачено. С этим покончено. Мне нечего добавить, оплачено сполна. И, конечно, Бог с этим разберется. И мы видим пример прощения, показанный нам Иисусом Христом. И кто бы ни обидел вас, прощать, как Христос, означает сделать первый шаг и пострадать за чужие грехи. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Ваша готовность прощать необходима, чтобы проявлять любовь и нести служение. Вчера я читал книгу Уолтера Хендриксона, которая называется «Мысли из дневника отчаявшегося человека». И вот что он пишет. «Готовность прощать является необходимым условием для жизни, наполненной любовью и посвященной служению. Если вы не умеете прощать из-за нанесенных ранее обид, то в избежании их в будущем вряд ли откроетесь для искренних взаимоотношений, если вы несете служение, будучи пастором или миссионером, или несете какое-то другое служение в церкви. И если это служение связано с людьми, то вам лучше быть готовым прощать». Многие пастора признаются, что одна из самых серьезных трудностей, с которыми сталкиваются пастора, это отношения между служителями. Служителям приходится принимать друг друга,
принимать различия, уметь работать в команде. Они должны быть готовы прощать друг друга. Все обиды, нанесенные осознанно или неосознанно. Если вы хотите нести служение церкви, будьте готовы прощать. Если вы намереваетесь нести служение пастора, то в церкви всегда будут люди, которые причинят вам боль. Такие будут. И точно так же, быть может, ваш пастор позволяет себе говорить жестко, не проявлять нежности и заботы по отношению к вам. И вам это не нравится, то, скорее всего, вам нужно простить пастора, потому что он тоже человек. Вы не можете нести служение и при этом не прощать тех, кто встречается вам на пути. И я вам вот что еще скажу. Если вы будете продолжать нести обиду в своем сердце, даже если люди осознанно вам причинили боль, то ваше служение не будет успешно. Отпустите это. Мы уже говорили о необходимости отпускать. Отпускать тех, кто обидел вас. Позвольте Богу разобраться с ними. Он все видит. Прощение по Божьим правилам означает, что вы можете понести наказание за чужие грехи, подобно Христу, который грехи наши вознес телом своим на древо. Христос умер за наши грехи, понес наказание на своем теле, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Христиане призваны проявлять подобную благодать, прощение, давать исцеление другим людям. Ведь мы тело Христово, а Он позволил своему телу пострадать от рук людей, нечестивых людей. Во многих странах в нашем мире есть гонения на христиан. Очень часто люди, видящие, как страдают христиане, обращаются впоследствии ко Христу. Позвольте мне рассказать вам одну историю о верующих в Африке. В одной церкви был праздник. Эта церковь была основана за много лет до этого события. Когда приехали миссионеры и начали благовествовать, рассказывать о прощении грехов и о вечной жизни, то местные жители не знали, как проверить, действительно ли эти миссионеры верят в то, что говорят о вечной жизни, о небесах, о радости пребывания в раю. На самом ли деле они хотят оказаться с Христом после смерти? И вот у них родился план. Один за одним они стали отравлять миссионеров. Вот в одной семье миссионеров заболел ребенок, и он умирает. И они смотрят на семью, как они реагируют на это. Затем отравляют жену миссионера, маму детей его. Она умирает, и они смотрят, как реагирует миссионер. Потом отравляют другого из этой группы. И в результате этого была основана церковь, которая просуществовала уже сотню лет. И теперь собралась на этот праздник. Церковь живая. И год за годом спасались новые и новые люди, прилагались к церкви. Почему? Потому что было причинено зло, и люди пострадали. Пострадали очень-очень сильно, пережили смерть близкого им человека. Но в ответ на их прощение, видя их реакцию на то, что происходило, местные жители осознали, что на самом деле миссионеры верили в то, о чем говорили, о вечной жизни. И Бог может позволить вам пострадать, но через это страдание другие люди придут к Нему, так как вы являетесь частью Церкви, тела Христова. И мы можем испытывать лишения, но через это являть всему миру, что мы действительно верим в Иисуса Христа. В послании к Ефесянам мы читаем: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Проявлять непрощение — это то же, что держаться с дьяволом за руки. Я уже говорил об этом, но позвольте мне повторить еще раз, что если мы не прощаем, то мы оставляем место для дьявола, плацдарм своей жизни для него.
Сатана не может владеть верующим, но он может влиять на поступки верующего. И он начинает попытки завоевать ваше сердце, ожесточить его, сделать вашу жизнь несчастной, чтобы ваше служение было неэффективным, чтобы ваше свидетельство было неэффективным из-за той горечи, которая есть в вас. И также непрощение заразно. Оно может влиять и на других. В послании к евреям, 12 глава, 14-15 стих, мы читаем: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Эта горечь может проявляться в разговоре, в словах, в том, как вы говорите о других людях. Все это может лишать радости вас, а также других людей. Есть много проблем в церквах, в которых есть непрощение. Сплетни, распространение лжи. Поступая так, мы становимся посланниками сатаны, потому что сатана так поступает. Сатана использует людей, которые не прощают в церквах. Я боюсь, что очень часто корень церковных проблем в том, что верующие не прощают друг друга в сердце, не прощают так, как Христос простил их. Но что, если они делают это снова и снова? Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семидежды 70 раз». Другими словами, прощай бесконечное число раз. Сколько бы тебе ни пришлось, прощай каждый раз, снова и снова. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вот вы видите перед собой фотографию мальчика, его зовут Лэндон. Я хочу поделиться историей, которая произошла с нашим младшим сыном давным-давно. Мы были на бейсбольном матче. Вообще-то это была игра в софтбол. И вот в конце игры пошел дождь, и мы поспешили в машину, чтобы поскорее уехать домой. Мой младший сын размахивал битой, пока шел, особо не смотря по сторонам. Он видел, как взрослые это делают, ему хотелось сделать то же самое. И вот он, размахивая битой, случайно ударил мальчика Лэндона прямо в лоб. Мальчик громко закричал, со лба пошла кровь. Была разбита бровь. Это было ужасно. И вот мы вытерли кровь, обработали рану. Мальчик начал успокаиваться, постепенно перестал плакать. И вот мы сказали Нейтану, нашему сыну: «Ты должен подойти и попросить прощения, попросить извинения у Лэндона». И вот Нейтан подходит к Лэндону, весь испуганный и трясущимися губами, говорит: «Лэндон, прости меня, пожалуйста, за то, что я ударил тебя бейсбольной битой». На что Лэндон отвечает: «Я прощу тебя, даже если ты снова это сделаешь». И знаете, в каком-то смысле мы должны брать пример с этого мальчика. «Я прощу тебя, даже если ты снова это сделаешь». Порой нам нужно учиться у наших детей. В 18 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, что нужно прощать. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Улавливаете ли вы мысль? Непрощение — это один из самых тяжких грехов. И порой этот грех остается незамеченным, неразрешенным, и служит препятствием для того, чтобы обрести мир в сердце,
который возможен только для прощающего человека. А прощать приходится каждому человеку, живущему в этом жестоком мире. Если вы женаты, вы должны научиться прощать свою жену. Вот интересное высказывание. Горечь, подобно кислоте, разрушает больше тот сосуд, в котором находится, чем тот, на который изливается. Если вы храните в себе эту горечь, то она разрушит вас быстрее, прежде чем она разрушит того, для кого вы ее бережете. Простить — значит просить грешника, чтобы не быть связанным грехом непрощения с его страшными последствиями. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте, как Бог. А разве можно иначе? Сейчас я хотел бы призвать нас к молитве, и, быть может, мы вспомним кого-то, кого мы еще не простили. Мама или папа, сестра или брат, ребенок, муж или жена, или бывший муж, или бывшая жена, кто-то в церкви, кто-то на работе. Есть ли кто-то, кого вы еще не простили в своем сердце? Сделайте первый шаг. Давайте помолимся. Господь, я молюсь Тебе, по мере того, как этот курс распространяется по всему миру, чтобы всякий, кто смотрит его и кто еще не простил, прямо сейчас в своем сердце простит того человека. Неважно, увидит он его вновь или нет, но чтобы он освободился в своем сердце от греха непрощения и простил, как и Христос. Чтобы он освободился от этого бремени, зная, что Ты, Господь, можешь наказывать грешников, будь то в аду, будь то наказывая своих детей, верующих, для их исправления. Ты способен сделать это намного лучше. Поэтому мы предаем все в Твои руки, чтобы Ты имел дело с ними. А мы в своем сердце хотим простить тех, кто причинил нам боль. И точно так же, если мы осознаем, что мы причинили кому-то боль, мы кого-то обидели, согласно Евангелию Матфея, 18 главе, подойти к этому человеку и попросить прощения. Если согрешили против нас, помоги нам научиться у этого ребенка и сказать: «Я прощу тебя, даже если ты сделаешь это снова и снова». Мы благодарим Тебя за Твое совершенство и за Твое прощение, что когда мы были еще грешниками, Ты пришел и умер за нас. Да будет слава Тебе, всемогущему Богу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.